Научная конференция проводилась в самой престижной школе Тамбова и раньше, но впервые ее масштаб достиг общегородского уровня. В этот раз составить конкуренцию Сколково приехали самые талантливые юные исследователи из 9-й, 22-й, 28-й, 30-й, 33-й, 35-й, 36-й и Татановской школ. Ребята, 45 человек, будут выступать со своими результатами долгой и достаточно кропотливой работы в различных секциях. Это теология, естественные науки, социально-политические науки, точные технические науки, филология и искусствоведение. Сразу после приветственных слов учащиеся вместе с научными руководителями разошлись по предметным секциям, где их ждала защита своих научных работ. Победителей определяла компетентное жюри в лице преподавателей школы Сколково и Тамбовского государственного технического университета.